Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил ключи от новой квартиры, оставшейся без попечения родителей, Александре Пироговой, тем самым сделав прекрасный подарок к совершеннолетию девушки. Сейчас Александра учится в 11 классе, но уже поступила в педагогический вуз и планирует в будущем стать воспитателем. А собственное жилье станет отличным подспорьем для взрослой самостоятельной жизни. Я считаю, что это некая такая миссия, обязанность государства это делать, поэтому всегда радостно. Квартиры новостройки, квартиры абсолютно уютные, ну и те небольшие подарки, которые мы от себя сопровождаем, вручение этих ключей, ну они, я не сомневаюсь, пригодятся в жизни. Вручение детям-сиротам ключей от квартир в новостройках уже стало хорошей традицией. В этом году 6 юношей и девушек получили жилье в микрорайоне «Пригород Лесное». Она благоустроена, уже оснащена всей сантехникой, в прекрасном микрорайоне находятся новостройки, где вся развита инфраструктура. Вот, ну и мы счастливы тоже за нашу Александру Пирогову. До конца года обладателями собственного жилья станут еще трое молодых людей.